Всем привет! Наверняка вы заметили, что люди часто не могут справиться с какими-то своими проблемами просто потому, что они их боятся. Так вот, праздник Хэллоуин в Австралии и в других странах празднуют именно потому, что хотят показать нечистой силе, что они ее не боятся. Несмотря ни на что, люди могут веселиться, улыбаться, а также показать нечистой силе, что они тоже могут быть жуткими и страшными. А дети ходят по домам и пугают жителей домов. Ну, разрешено, конечно, пугать только тех, у кого наряжены дома, потому что некоторые люди не хотят, чтобы к ним заходили. Вот дети заходят в украшенные дома и пугают жителей, чтобы они дали им конфеты или просто исполнили какой-то трюк. Ну, чаще всего просто люди откупаются конфетами и очень радуются появлению детей. Так как в этом году с коронавирусом очень мало людей ходило по домам, нам выдавали прямо ведрами эти конфеты, поэтому нам хватило буквально зайти в несколько домов, чтобы просто уже быть довольными нашим уловом. Так что вот так вот весело мы провели время. И хорошо запомнили этот праздник. Что ж, спасибо всем. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши другие видео. Ну и также посмотрите, как мы ходили по домам. Пока-пока! О, собачки там лают. И священники уже защищают от нечисти нас всех. Так, встаньте теперь вот здесь. Вот. Только громко кричите. Что-то никто не открывает.